Всем доброго дня и хотел бы всех поприветствовать на своем канале. Вот. Скоро у нас опять начинается сезон рыбалки, весна. И я заказал или получил вот такие вот пакеты. Хотелось бы поблагодарить Толика из Литвы за то, что он нам предоставил такие пакеты, да. А что это за пакет? Во-первых, он очень удобен, да. Я пользуюсь, беру такие вот на рыбалку там. Ну, или когда выбираемся на велосипедах покататься. Во-первых, очень удобно, потому что они легкие, да. И в основном ничего не нужно брать с собой, да. Сейчас мы их распакуем. Посмотрим, чтобы долго не болтать. Да, видите, они запакованы два раза. Вот. Сейчас посмотрим. Что стоит на этом пакете? Это меню номер 5. Стоит что с курицей. Посмотрим. Можно выбирать разные. Если я не ошибаюсь, меня можете, конечно, поправить. По-моему, есть 12 разных сортов. Вот. Но для рыбалки, я говорю, это самое удобное. Или если вы можете заранее его уже перебрать, да? Ух ты, я в старых такого не видел. А в новых, видите, даже ложка. Даже ложка есть. Вот, ну это, наверное, да, это вот по менюшке, что стоит, да, что здесь есть, да, посмотрим сейчас. Так, что это такое? Бифстик. Ух ты, ничего себе, ребята. Я его, наверное, распакую, чтобы посмотреть. Он тоже, смотрите, в двух упаковочках такой сделанный, да. Это стоит бифстик, это, ну, мясо, да. Вот. Прикольная вещь. Дает много энергии, да. Что это? Вот даже барбекю соус, да, есть. Прикольно. Я даже не ожидал такого. Ведь это новые пакеты, да. Я старый еще знаю. Ага. А это что-то, видать. Горячую воду сюда заливать. И можно... Ну, нужно будет прочитать, да? Наверное, что-то... Какие-то... Что-то для приготовления, наверное. Я потом почитаю точно. Ну, вот это вот курица сама. Меню, как у нас вот здесь стоит. Что здесь у нас стоит? О, это... напиток делать, да, фруктовый панш, да, даже стоит, что натурал. Вот посмотрим. Ну, в принципе, если со стороны диетической смотреть, то в принципе немного. Так, посмотрим, что здесь. Ух ты, нифига себе, целых 65 грамм плитка шоколада. Сейчас мы ее распакуем. Вот, смотрите, какой шоколад, даже с орехами, да? Прикольная вещь, да? Вот, вот он. То есть, это что такое? Тортилос. Угу. Ну, это тоже можно разогреть, это еда. О, ну, в американских меню никогда не должно не хватать. Это сыр, да? Плавленый. Прикольно. А это, наверное, завтрак. Нет. Барбекю корнс наггетс. Прикольная вещь, кстати. Если кто-то пробовал, может написать мне. А я обязательно испробую, потом вам подпишу. Ну, барбекю корнс. Я еще такого не встречал. Это что такое? Ух ты, Made in San Francisco. Ну, это соль, сахар, жвачки здесь. Вот. Перец. Салфеточки, наверное. Да. Ну, в общем, это новый этот сухпай. Они вышли не так давно. Да, поэтому вот. Я надеюсь, что мог вас, как говорится, информацией одарить. Да.
Вот. А по вкусу, естественно, довольно-таки все это не очень неплохо, да, ребята? Ну, хотя, может быть, кому-то это не нравится. Здесь вот описание стоит. Все, что есть и сколько пропорций, да, сколько тут калорий. Не все, можно и одновременно, наверное, я думаю, что вот этим пользоваться как какой-то, наверное, подставкой. Потому что я вижу, что здесь вот складки какие-то, наверное, можно вот так вот, хоп, ну или как-то так. В общем, ребята, я вам серьезно говорю, вот на рыбалку, если отправляться, этого хватает полностью на весь день, да. Поэтому удобная вещь. И с собой берете в термос кипяточек и, как говорится, весь день не знаете никаких проблем, да. Так что, если у кого-то есть вопросы к этим пакетам, да, или, может быть, кто-то сделал уже свои какие-то такие же вещи и берет на рыбалку. Есть некоторые люди, я видел в Украине, они самоделишные такие же пакеты, продукцию делают сами. У них такая машина, вот, и они готовят. Я надеюсь, что я тоже когда-то получу и эти пакеты, вот, и мы тогда и сможем рассмотреть. Все, я всем благодарен за просмотр и желаю хорошего дня, а рыбакам хорошего поклева.